Всем привет, друзья, с вами Вадим 2К Хаос. Мы продолжаем играть в клевые карты из прошлого недавнего. И на этот раз я играю в Затерянный остров. Карта прикольная, это что-то типа сурва, но здесь ты сам выбираешь набор юнитов, который выходит из твоего барака. Плюс здесь еще нет такого, что тир 3 юнита однозначно сильнее тир 1 юнита. То есть здесь надо постоянно подбирать каких-то ребят от противников и так далее. Так, а чё, куда деньги тратить-то? На грейды, только там дальше требуется вот этот второй ресурс, какая-то что это, это древесина такая. Азарит. Ну, у меня написано древесина. Так, а на воителе есть что-нибудь у меня? Истинный рыцарь, банши, двух возмездия. А воители какие-то бесполезные, на них ничего не улучшается, походу. Блин, у меня уже две неудачные экспедиции вообще отстой какой. То есть здесь мы отправляем экспедицию, она нам приносит ресурсы или не приносит ресурсы, как вот в моем целом случае. Блин, а я забыл про них даже, кстати. Я что-то одну отправил и все. Так, я могу улучшить казарму, но если бы мне хватало азерита. Так, о, получилось. А есть спелл в главном здании, которым отбиваться можно? Наверное. Пикс, чё, так. Изучение ядов. Увеличивает получаемый урон противниками, когда он отравлен ядом. А азеритовый улучшатель такая-то, по-моему, улучшаются, да? Угу. Так, о, появился выбор бонуса. Женя, что ты грейд на юнитах не делал? А куда? Делал. Главное здание, да? Надо айтем. Я какую-то дикость взял. Воины ближнего боя получают плюс 2 атаки при каждом ударе. Вроде неплохо. И в главном здании грейд... А, можно еще... это я купил! А, что-то... Блин, мне предложили, что... А, да. Давай. Первые два, получается, бесплатные, один из них выбираешь. А пока ты их не выбрал, можно что-то купить за деньги. Вот оно как. Мне предложили что-то выбрать, а я это потерял. На F1. Вот. Понял. О, запросить 100 азерит, давай. Не хватает уже ресов. Так, костяной рыцарь, предположим. Но я сделал один барак второго левела пока. Так, что, отправляем экспедицию. Я мог... А, я себе очки добавил, то есть я скорее, по идее, буду отправлять более лучшие экспедиции. Так, ну что-то у меня есть... Ой, что-то у меня жестко пушат. А где обилка? Еще раз. Нет обилки. А, вон, есть защитное заклинание на S. Кажется, есть обилка. А, ну главное здание второго уровня нужно. У меня пока нет ничего. Ну я после пятой минуты смогу отправить супергероя на одну из линий. Все должно быть хорошо. Так, увеличу... Блин, да меня жестко просто пушат. Смертник. Я стараюсь. Ты что? Так, а, я сейчас могу тир 2 сделать главное здание, нормально, а потом в сторону смертника. А, увеличу здоровье, на всех действует, ничего себе. Так, снова выбор. 200 азерита, найс. Можно ворот золота где-то взять? Жесть, а смертник, ты в мою сторону барак улучшил или чё? Почему ты такой жесткий-то? Нет, вообще ничего. Чё, я просто грейд не поделал. А, ну я не сделал... А, о! Так, я по часовой против делал. Часовой. Против часовой, да? Или по часовой? Блин, я не туда отправил. Магистр часовой стрелки, блин. Блин, он сейчас на базе отдастся там и все. Что-то почему-то я... Да, затупил. Ладно, бывает. А башни починить никак, что ли, нельзя? Походу, не... нет. По-моему, восстановить можно. Если я правильно помню. Так, сейчас надо какую-нибудь горгулью отправить тут. Получается, горгулья тир 2, она стоит так же, как костяной рыцарь, например. Ну и, наверное, по силе примерно сравнимы. Так, ну у меня вот этот Натанас пошел на базу. Натанас.
Плей Вора. На Танос. Да блин, а как отбиваться-то от смертника? В итоге, да, из-за проблем с часовой стрелкой я захейтил. Случайно. А, ну сейчас я же могу обилку заюзать. Блин. У меня в сторону этого Димы ходит... Вернее, он в мою сторону пускает милишников, а у меня воздух. И воздух просто проходит этих милишников. Да, я добавил сейчас одного эйра. Ой, рейнджа в смысле. Так что будет норм. Откуда так, я наконец вроде начал отбиваться, найс. Тут. Сейчас надо выбрать юнитов, которых я буду делать. Текс. А, скорость бега и атаки ваших юнитов на 14%. Прикольно, мне айтем пришел. То есть айтемы приходят сами, плюс их можно еще получить в плюсике. Да, грейды получаются прям очень мощные. Они прям сильно усиливают ребяток. Так, надо понять, кого я буду делать. Там главного чумного аптекаря, например. Чумное зелье наносит АОЕ. Окей. Пассивно воскресить мертвого союзника. А, теперь меня с двух сторон пушат. Понял. Ну тут, да, вот так жестко. Я пока не уверен, что я делаю все правильно, честно говоря. Никто не уверен. У меня появилась вторая экспедиция, я отправил первую. Ну, бас. Да, косяк. А я, получается, взял игровые очки один раз, и у меня раньше появилась экспедиция. Так, надо грейды еще смотреть. Надо так. Ладно. 800, ё-моё. Ладно, будем, конечно, на грейды тратить эту свою штуку. Так, чумной аптекарь. Темный лучник. У меня нету какого-то такого ультимативного юнита. Есть валькиры, которые воскрешают других юнитов, но они не воскрешают валькиров, получается. И как-то тупо. Здоровье 320. То есть нету какого-то прям жесткого чувачка. А, Вадим, ремонтировать можно, если в экспедиции придет ремонт. Странно, но... Вот так. Да, можно. Всем вашим зданиям вот 400 я могу, типа, восстановить. Эх, я хрейды, блин. Почему-то я не могу... А, пока делаешь в главном здании грейды, нельзя... Так, все, я починил здание. Пока делаешь в главном здании грейды, нельзя его выбрать. Отстой, конечно. У меня сейчас два одинаковых айтема, и они у меня могут... Ну, мои юниты, когда милишники атакуют, то все окей. Так, костяной рыцарь. 400 хп, силен против юнитов дальнего боя, слаб против магов, тяжелая броня. Что за грейды на костяных рыцарей? Когда что там, какой барак на меня? Сейчас только третий. Только сейчас третий. А на меня? На тебя только второй. Да воцарится ночь. Блин, а куда отправлять-то своего челика? Ну, надо всегда отправлять, потому что что, не должен простаивать. Так, Азерит, не Азерит. Сейчас, надеюсь, экспедиция кого-нибудь найдет. Блин, неудачно. Да что-то я вообще мастер неудачных экспедиций, блин. Не говори, блин. Ни денег просто нету. А вы лучше инком сделайте, загрейдите до максимума. А где? В здании в главном. У вас нет? У нас нету такого. А, у меня есть инком. Я его сидел максимум, типа, уже за максимум. Везет. А какая у тебя? Какая у тебя раса? Люди или что? Тролли. На самом деле, кажется, что инкома нет, и он просто троллил. Ну, он же тролль.
Ну да. Так, у меня до черта азерита, но я все золото потратил. Есть проблема. Ого! У меня 1000 азерита. Блин, а я сейчас под башнями позволил скопиться смертнику. Он сейчас придет, блин, меня наваляет моим башням. Отстой. Исследование завершено. Непонятно, вот кого строить. Но надо, очевидно, строить того, на кого очень много грейдов. Непонятно, на кого много грейдов. Исследование завершено. Текст. Какой-то инком азерита идет или только с экспедиции? Я не очень понимаю. Есть какой-то. Точно а, есть, да. Но я не понимаю, откуда. Ну, у меня с грейда. Не знаю, как у вас. С экспедиции именно получаем. Да. Я не сделал грейд на воителей, на своих базовых юнитов. Это зря, конечно, я. У меня вот сейчас 200 золота и 100 азерита пришло. Вон, видите, войска не делятся на тиры. Типа, все юниты полезны. Я не зря, зря не делал грейды на самых своих базовых юнитов. Блин, они реально... Тут плюс 20, 40, 60 хп и плюс защита дополнительная им. Полезная тема. Сейчас у меня жестко голды не хватает, блин. О, голда. 200 голды. А, еще же по бокам этот рудники, в которых тоже может азерит капать. Ну, у меня нет, у вас, да, видимо. Не, между нами есть, по-моему. Нет? А, ну он рудник плейфвар захватил. Не, вроде нету. Я думаю, что вроде нету, да, Дим. Камят на рудники. Так. О, ну я наконец тир 3 сделал. Могу тир 3 челиков делать. О, странно, я сделал тир 3, у меня сбросилась этот экспедиция. Так, что, пойду постреляю там. О, этот грейд вообще азерита больше не требует. Текс, ну чё, блин, улучшение казарм очень дорогое. Что-то у меня Бьорны назад отбежали. Интересные ребята. А, они добежали до барака и побежали назад. Молодцы. Давайте еще отправим. О, имба, ледяной дождь дали. Да, имба. Так, это тоже на костяных рыцарей, да, действует? Да. Блин, у меня не хватает золота постоянно. А, ну сейчас я плейфора, может, пушану? Может, будет хватать золота после этого? Наверное, не очень рад слышать о подобных планах с моей стороны. Я тоже что-то большую часть времени где-то рядом с его базой. Ну, хотя и он иногда доходит до меня. Чумомет. Чумомет есть. Чумомет. Так, 100 азерита. Крепление прибыло. А что у меня зеленая полоса какая-то огромная была? А, это бонус. Исследование завершено. Почему не работает, странно? А, единичку надо нажимать, а не ноль. На клавиатуре. Ну ладно. Так, а это грейд на валькир. Давайте его сделаем. Вот подстава, если предмет выложить из здания, он пропадает. Да, это было, там писалось даже большими буквами об этом. Тут он засовывал берсерк. У Жени. Это я в экспедиции нашел. А чё он за меня был? Не был он за тебя? А, ну видимо у тебя спылы какие-то на юнитах, я не знаю. Ну, но я плей-офф вора прямо обижаю. Не обижаю? Он обидится, не обижает. О, он обилку заюзал, убил моего этого гнилостня. Я не сделал, потому что нефиг. Обидел его. Я бы тоже твоего гнилостня за такое убил. Так, воскрешение. Непонятно, если честно, кого строить, что строить, где строить.
какие тиры. Просто у некоторых юнитов, у некоторых рас есть прям суперсильные ребята. Вот у меня такого нет. К сожалению. Ну, ты думаешь, у кого-то есть? У меня вообще нет такого. У кого-то, может быть, есть. Так, скоро появится у меня вот этот вот челик. В башне гриды какие-то максимально дорогие, блин. Башня? В своей концентре ты имеешь, да? Ну, в центре. Ну, периодически появляются на них деньги там. И за экспедицию, и за всякое. Иногда этого азерита не хватает. У меня вроде нормально, но я сношу просто за это получаю деньги. У меня только пока что с золотом дикие проблемы. О, увеличивает прирост азерита на 75, офигеть. Ой, не сделал. А почему у меня гидроманты со стороны Сигдача ушли в сторону Димасика? Это что за хрень? Это так на подкуп. 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 Подкуп, блин. Какой подкуп? Где мы под куполом? Так, чумного аптекаря надо грейдить. Ну и что есть, Валькира, она что-то там воскрешает. Предположим. Надо вообще глянуть. У меня вот есть челик, у него 320 хп, есть челик, у него 400 хп. Атаки, опять-таки, у этого больше, защиты больше. Но можно чисто их тогда клепать. Силен против юнитов. А, ну они такие же в целом. Могу просто сделать еще такого милишника. И все. О, сундук золота увеличит прирост золота на 50. Приятно. А у меня есть азерита на 75, найс. О, блин, у меня ледяной дождь и Blizzard. А продать артефакт... Да, все, нашел. О, я уже последнюю экспедицию могу отправлять. Все, эти очки покупал, что ли? Да. Ну, я так понял, экспедиция — это основной источник дохода, поэтому это полезная тема. Но это не точно. Чаще качнуть. Барак качну, например. Тогда, правда, буду больше подфиживать своих противников. Вот тоже непонятно. Вот удобно. Уже не юнита убиваешь, у него вылазит из юнита призрак. Призрак убиваешь, у него тоже золото получаешь. Барак проиграл. Уже? Жесть, Вадим. Ну чё я? Страшный. А чё ты, действительно? Я хороший. С двух сторон запушишь. Так это, Димасик, ты его со второй стороны ломаешь, а говоришь, что все Вадим. По-любому все Вадим, я не знаю. Вот и ко мне пришел такой толпой. А, аура от нескольких юнитов суммируется. Вот эта тема. Ну что тогда? Лучница какая-то у меня есть. Лучница какая-то вообще тоже бесполезная, наверное. Сделаю костяных рыцарей. Костяные рыцари будут стакать атаку за счет этих штук. А, эти штуки я же могу улучшить, кстати. Раз. Два. О, теперь до 6 раз суммируются. Так, троллей надо вызывать. Хорошо. Я дабл спавна сделал еще в бараках. Не забывайте, кстати, из бараков можно бесплатно сделать спавн. Какой ты умный. Спасибо большое. Очень вовремя. А так меня за счет этого всегда чипушит, наверное. Хитрый всегда чипушит. Вообще-то нет. Он тоже динал. Золота не хватает. Я помню, в этой карте мне всегда не хватало азерита, а сейчас именно с золотом проблемы. У меня и того, и другого не хватает. Сейчас главное, чтобы успеть потратить этих троллей, чтобы новый артефакт не пропал. Потерять артефакт было бы обидно. Ну что, эти ребятишки прокачивают все урон, молодцы. Валькира их, возможно, воскрешает. У нее 40 атаки. Не, Валькира хороша. Низкая, правда, у нее. Так. 400 золота. Окей. Фигня какая-то. Ну вот это, предположим, сделаем.
Что-то меня смертник пушит. Каким-то образом. Смертник, вали его. Да, я ничего. Ну, я надеюсь. Надо завалить бы его. А то он меня пушит как-то жестко. Так потом у тебя смерть. Если смертник меня победит, открою секрет. А может я его контрю как-нибудь. А, по типу, да, атаки. Угу. Ну, типа. Ну, типа, атака. Так, что, две валькиры, один чумной аптекарь. И остальные милишники, что ли? Я всегда еще как-то вообще без шансов выносил. Да? Либо он сейчас дабл спаун нажал, все. Вот он у меня нажал дабл спаун. Хотя будет сейчас рассказывать, что нет. Так я первый раз его нажал. Да нет. И то, что подбить. Блин, как же. Нет веры всегда чу. Да конечно нету. И надежды на всегда чат тоже нет. Блин, Дим, ты меня так жестко убиваешь, а я не могу даже почему, честно говоря. Почему валькира? Она милишник, что ли? Нет, она рейндж. А почему она рядом с милишниками стоит? Они пытаются фокусить воздух, из-за этого они подбегают к милишникам и отдаются об них. Просто стратегия на миллион, конечно. Интересно, мои юниты сгорают в моем огненном столбе? Вроде нет. О, слушайте, я могу еще раз айтем улучшить азеритом, ё-моё. В принципе, азерит-то можно. Ну, слушай, этот огненный дождь, по крайней мере, нормально. Не бьет своих. Так, обычный. Хоть что-то хорошее. 100 азерита. О, найден артефакт. Злой камень. Увеличит силу атаки ваших воинов на 6%. Но можно его улучшать. А, то есть вот ауры, они... О, нифига тут радиус. Ауры, получается, они в единичном экземпляре работают, да? Возможно. Верно. А эти айтемы, они, ну, чтобы они активировались, надо два таких айтема. Это так качественно всегда. А, у тебя какой-то чел, который, убивая, призывает кровь. Ну, мы всегда себе какой-то фигни понабрал. Как обычно. Что не продает? А у меня огненный дождь не хочет продаваться. Что за фигня? Что меня Димасик пушит, алло. Тебе кажется. Это иллюзия. Я же эльф, я маг. У вас герои есть, да, какие-то, видимо? Иллюзия пуша. Ну, я могу призвать героя, это моя пассивка. На меня все, я всегда сейчас снес барак. Восстановить, наверное, можно, нет? Ну да. Что-то блин, Вадим меня также пушит, это вообще пипец. Ну да. Если у меня грейд доделается, то я выжил. А вы кристаллы грейдите? Кого? Ну, в экспедициях приходят кристаллы, их можно купить. Не, у меня места уже нет. У них сомнительное то, что их надо по два. Да, да, да. Я взял себе на скорость атаки, разве что и все. Я взял вот, чтобы атака стакалась. Давай, давай, давай. Подожди, а куда эти кристаллы пихать? Главное здание. А, ремонт, все ремонтирует, кстати, если вы... Да, да, да. Я думал, только одно здание. Это кайф. Я такой одобряю. Найс. Я, короче, качнулся и в эмпиризм. Ну, у меня три ауры, одна штука на азерит. Но единственный минус, у меня все забито, блин. Так, а у меня грейд не лишь. Ты же вроде только что умер, не? Я пытаюсь заново возродиться. Пепа. Ты что, феникс? Угу. Смертник. Это...
Башни просто писец! 68 хп, одна, другая 19. Алло! Жалко, я огненный дождь продал, я бы так просто огненный дождь на них кинул. И все. О, нормас, я успел две башни сломать. Сейчас теперь, блин, я только айтемы чуть азеритом поулучшал, теперь азерита адски не хватает. Ну да, на что тут голду тратить, мне больше интересно. Ну, у меня всю игру не хватало голды, вот только сейчас. Начались проблемы скорее с азеритом. Меня смертник пушит. Блин, был найден артефакт, но у меня из-за того, что вот колба с эдеритом стоит, у меня нету мест. Знаю. А все ваши воины ближнего боя получают 20% вампиризма. Найс. А вот после того, как открылась последняя экспедиция, есть какой-то толк в очках или нет? Я не знаю. Ну, на обилке, по-моему, еще надо и все. Но это не точно. Или грейд там на полное восстановление мана. Если он у вас есть. Кто такой наблюдатель? Тот, кто наблюдает. Это понятно. Блин, а валькиры вообще воскрешают кого-нибудь? Непонятно. Валькиры все с фулма. А вон они воскресили, что ли? Найс. Ладно, давай, валькира. Надо на них поругаться. А чё, блин, у валькир пятый грейд на армор? А, грейды на армор только хп дают, да? То есть армор ты тут не получаешь. Армор получается не армор. Да. Не, Димасик опять пушит. Да чё такое, Димасик? А сколько они, когда два предмета одинаковых, они стакаются в один или что? Нет, нет, нет. Нет. Просто они только тогда работают. Блин. Да. Жопу тогда. Сколько? Не надо. Не надо, дядя. Кто мы такие, чтобы осуждать, конечно, но все-таки... Но осуждать будем. Блин, меня окружили этого моего героя. Он что-то вообще дохленький. Но у меня нету вот сильных лейтовых чувачков, вот разве что вот эти вот валькиры, которые должны что-то воскрешать, но они друг друга воскрешать не могут, значит вместе с ними надо фигню какую-нибудь сумонить, блин. А с... непонятно. Ну, горгули они явно не смогут воскресить. Исследование завершено. Пассивно может... А, то есть это типа рядом с ней кто-то сдох, и она так, или что... Ну, типа, есть шанс, что если кто-то, да, наверное, сдох. Как у меня, типа, юнит может возродиться после того, как умрет, с шансом там 10%. Ну, или тогда, если у меня три валькиры, то у меня каждый юнит должен воскрешаться. Теоретически. Mm-hmm. Блин, у меня почти все скиллы сделались. На каждого отдельно работа. То есть, типа, валькиры не стакаются, что ли? Неизвестно. Их армора мало. Можно, конечно, по одной валькире в каждом главном здании. Посмотреть, что делает чумной доктор. 60 урона, АОЕ. Блин, я все нахожу и нахожу артефакт, а при этом у меня места нету. Походу придется азеритовую фигню продать все-таки. Обидно, конечно, жалко. У меня все айтемы уже максимально улучшены за азерит, то есть, ну, разве что новых ждать. Как будто бы выгоднее посылать самую первую экспедицию, если тебе не нужны артефакты. А, ничего себе, я никогда об этом не думал, что... Потому что последняя ходит 1.5 минуты, а это хотя бы... Ну, если ты грейды делаешь, то, конечно, так. Ну, добыча написано 100%, но приносит ресов они плюс-минус одинаково. Ничего себе. Так, здесь, получается, воздух появился у... смертника, то есть мне лучницу типа делать, что ли? А валькиры твои не бьют разве? Они да бьют, воздух? Наверное, она что-то как-то дохла, если честно. Давайте лучницу сделаем. Женя, ты ко мне второй засыл делаешь? Нет. Я тоже. Френдли игра чисто. Ну да, мы как... Я смотрю, что ты не делаешь, и думаю, ну блин. Мы же деньги друг другу давали.
Ну, нет. Есть вероятность, что мы бы люлей друг другу дали. Да, поэтому мы френдли. Ну, что-то игра Никита с умонером немного стабилизировалась. Я не понимаю, как мне победить, и я не понимаю при этом, как мне... Как мне проиграть. Да. Ну, то есть, да, у этой карты, конечно, есть проблема, в том числе из-за них мы не играем в нее 24 на 7, но... Как бы да. Блин, вот эта вот неуязвимость у него, конечно. У кого? У Натаноса твоего, напряженная. Мимо ходим, он стреляет и стреляет. Ну, это пассивка моя. Вот. А у меня пассивка просто на дамаг лучницам, которых я уже даже не строю. Не, ну поэтому да, в этой карте, наверное, если брать лейтовые пассивки, то только... То только. А, ну хотя нет. К тебе две лучницы, к Жене одна. А, кстати, есть. Я же катапульты не строю. К смертнику, по идее, я могу туда строить катапульты. Лучница чё? Здесь у всех плюс-минус одинаковый дамаг, то есть... А чё, этот апокалипсис свои башни ломает? А, ё! Да, он там же написано, 400 урона наносит. Ну да, данный. да, написано, но я чё-то даже не готов был читать такое. Надо читать надо было, да, тут я тоже не читал, честно говоря. Не, ну может придёт ремонт какой-нибудь. Напишите. Вадим не читал. Какая неожиданность. Так я не читал, тоже тут как бы... Ну, мне интересно, какой процент людей из тех, кто гонят, что типа, о, чё, не читаешь? Какой процент людей сам пробовал комментить и играть? Наверное, он близок к нулю. Но я все еще надеюсь на ремонт. О, артефакт нашел. Blizzard. Найс. Чё, могу его тогда поулучшать? Так, ну, там же восстановить можно башни, Вадим, если что, и бараки. А где? А, ну, в смысле, если они снесены? Угу. А, о, ремонт пришел. Вот, видите, все нормально. Что меня контрит, смерть? Мы не видим. Мы не видим, но мы тебе верим. Ну, вера, это хорошо. Не всегда, ладно. Так. Ага. Защитное заклинание. 50 маны. Ледяной дождь. 25 маны. Ну, а как сломить вот этот шаткий баланс? Представляете, Play of War, который сдох, единственный тут кайф, ну, наверное. Блин, у меня пришел артефакт, ну, вампиризм, который на милишников вампиризм дает. У меня все дальники, все, блин. Просто все. Но он зато действует по всей карте. Ни на кого. Круто, спасибо большое. Не знаю, у нас просто Женя, это битва суммонов. Ну да, есть такое. У тебя милишники лучше, чем мои. Прям сильно лучше. Еще кто-то перепризывает, вот точнее, подчинение. Здесь получается, что нельзя доспамнить по одному юнитов, это прям обидно. Ага. Ну, по идее, в какой-то момент можно накопить на в атаку. Активную. Типа три респавна разом сделать, даже 4, даже 5. Даже 6. Нет, 5. Ну а толку одним скиллом это ты все убьешь. А как 5? В смысле, у тебя один бесплатный, 3 платных. Один выходит, один бесплатный ты юзаешь, и 3 еще платных. А там 3 платных, ё-моё. Не знаю, у меня еще. Я еще до сих пор делаю грейд, у меня только один бесполезный грейд. Остальное что-то есть. Да, меня всегда что-то просто на самом деле уничтожает. Я не понимаю, почему. Ну ты еще живой при этом. Ну, я все, я мертвый. У меня ближник, суммонер. И который сам по себе еще дамагером диким является. Ты прям все, ты официально умер. Или еще что-то живое есть? Ну, он у меня под базой огромной толпой. А, ну короче, как умрешь, скажешь, я буду двойные тройные засылы делать. На бедного сигдача. Блин, я могу, ну, конечно, этот поставить баншу, она снижает на 30% атаку. Наверное, надо. Найдите сигдачу работу, чтобы он перестал быть бедным. Может, там плохо платит.
Ну так нормально, работу с нормальной зарплатой. Токсик на Димасике просто. Исследовательский центр у смертника почти сдох. Если я его Давайте раздолбим смертнику исследовательский центр Близзардами. Зачем? Не знаю. Хватит исследовать. Центр Близзард на базу кинул. Можно вот так кастовать, фига. Да, да, да. Ну, огненный дождь, походу, на здание, что ли, не действует. А Близзард? Тоже, походу... Я не вижу. Тоже, тоже, тоже. Жаль. Чисто на юнитов. И то слабовато. Так, ну я сейчас строю баньшу, которая будет кричать и снижать дамаг всем. В каждом паке я сделаю баньшу. Ну такое, все равно такое. 13 хп. Смертник, как тебе? Нормально. Сломаю уже, я его заново куплю. Я не сломаю. А исследовательский центр можно заново купить? Не, не исследовательский центр, башня. А чё мои юниты делают? Не, можешь двойной... А, нет. Что можешь, да, двойной засыл отправить? Так он тогда умрёт об твою базу, нет? Не знаю, мои юниты чисто проигнорили подожжение. Да, там просто они пошли сразу же к Димасику, поэтому... Они просто проигнорили всё такое. Ну зачем убивать Женю, да так слабый, пойдём сильному бить. Ну да. Почему ты решил, что я сильный? Я помню, что чародейские големы вроде были прикольные в этой карте. Ну как-то тоже. Вот Дима ими меня как раз и убивает прям сильно. А я плохую пассивку выбрал, прям, я понял. Ну мне да, это тоже мужичок. В лейте, конечно, от него импакта немного. То есть лучше, конечно, взять пассивку на лейтовых юнитов все-таки надо было. Но тут тоже тупо, блин. Я очень торопился выбрать пассивку, потому что пока ты не выберешь пассивку, ты не можешь экспедицию отправить, а экспедиция это инком. Не знаю, я взял пассивку на топ-юнитов. А, это топ-юниты. Чё, просто. Не, я взял пассивку на воздух, но она что-то прям очень плохая. Походу зря я второй засыл сделал, даже. Ну, наверное. А я что-то увидел, как армия всегдача, она там такая большая была. Я в нее все спылы проюзал, и армия... Ты можешь с другой стороны этот мяч проюзать. А она разуплотнилась так легко. Да. Так, там половина армии, это сумоны. Вадима, чумомет. Да, ну кстати, я как чумомет построил, вроде получше стал с тобой разговаривать. Метнул в тебя чуму, и окей. Я что-то не понял, я к этого числа бы раз. У меня, видимо, она сильная в какой-то... В early игре, блин, я не знаю. Непонятно, игровые очки, зачем они нужны? Уже все, ну, наверное. Только чтобы вызвать экспедиции, больше ничего, ни для чего. А какие тут ауры, типа, есть? Именно аурные? Не ну, знаю. Вот у меня аура хп регена, аура защиты и аура скорости бега и атаки. А, у меня регена, урона, вампиризма и защиты. А нет, только вампиризма, ну у тебя есть милишники, ладно. У меня милишники — это самый мой сильный юнит. А у меня вот очень слабые милишники. Я, наверное, Близзард продам и поищу еще одну какую-нибудь ауру. И получается, у меня два слота занимают вот эти вот чертовые дикости. Ну, то есть 18 атаки мои милишники могут получить, когда атакуют дополнительный. Не уверен, что это сильно. Так, ну еще хотя бы кто-то проиграл, но что-то как-то очень медленно. А что за справедливость? Мои юниты взорвались, а Димасика нет, или... Я для Димасика еще вызвал юнитов, чтобы он пофармил. Правда, не факт, что это в плюс, но... Мне фармить-то некуда, у меня 4000 голды, их не трачу. Ну не могу. Ну хотя, если только в атаку посылать за деньги. Но там еще Азерит нужен в больших количествах. Мне кажется, у смертника чисто очень максимально жирная раса. Но по урону там что-то все печально. А, да, нифига у тебя хрусталь. Так, продай огненный дождь, один. Мне исследование центр занят просто. А, понял. В другой их нельзя продать, к сожалению. Смертник жесткий, меня шаманами контрит, но я не знаю, чем контрит шаманов. Я же не могу милишников не строить. Поэтому я строю милишников, но они огребают от шаманов.
О, у меня экспедиция завершена, ребят. Мне денег дали. И как? Блин, такие бесполезные такие бонусы. Они уже не нужны. Типа, я не буду менять свои ауры на какой-то бесполезный, не знаю, бонус. Я вот не понимаю, как мне сигнатчак контрить, но его невозможно законтрить как будто бы. Ну, надеюсь, он тебя сейчас снесет хотя бы, и я типа топ-2 после сигнатча. А, хотя, а Димасик сейчас тоже сигнатчом дерется, получается. Да-да-да. Фига, у него юниты быстрые, а что с ними не так вообще? Я не знаю. Ну все ты знаешь, сигнатч. Да не, там нет никакой обилки, которая позволяла им быстро ускоряться. Может быть, через мою базу, когда проходишь? Скорее всего, да, так и есть. Ну вот у Димасика, например, лучницы есть. Мне кажется, что лучницы нафиг не нужны вообще. У него пассивка на лучницу, насколько я понял. Ну да. Да, они там сильнее, чем... многие юниты. Я тоже считаю, что, скорее всего, они нафиг не нужны. Ну да, меня есть это, например, была... Чародей Крови, который Феникса призывает и... Блидер, ой, огненный столб делает. У меня, например, была пассивка на воздух. Я построил бас воздух, вышел в Т2 быстро. Димасик построил одну лучницу и просто меня уничтожил. Одной лучницы. Окей, думаю. Ну, у него там было две волшебницы еще. Ну, волшебницы типа магический урон, лучницы, ну, дальний бой. Пирсинг. Просто одной лучницей меня изничтожил, я не знаю. Меня сносит смертник, и я вообще не знаю, что с этим делать, если честно. У меня такая же проблема с сигначом, не поверишь. Надеяться, что смертник умрет раньше, чем ты. А, вон есть грейд защитного заклинания, блин. О, золото. Сейчас я башни воскрешу, что у меня будут жирные башни, вот эти вот с грейдом. Смертник копится, писец вообще. У тебя, кстати, вот эта дикость, она... У меня юниты, я понял, у меня юниты от сигнача бегут почему-то к Вадиму. Три юнита просто такие развернулись, и от сигнача побежали к Вадиму. У меня такая же фигня была, да? У него какой-то спел, видимо, который под контроль за этот тебя берет. Так, а будто бы нет. Они просто разворачиваются и убегают. Нет, на лоу хп бежит. На лоу хп. Ну, у него нет никакого дебафа на нем. Я тебе еще раз говорю, там он берет под контроль юнита. Потом юнит выходит из-под контроля и куда-то дальше бежит. Ну вот, Берник, ты накопился, говорил мне. Я дабл засыл еще сделал, потому что... Ну, хотя там что-то у тебя все пачки умирают. Угу. Это дабл-дабл засыл или это просто засыл? Просто засыл. Самое интересное, я продолжаю получать инком. Можешь скидывать деньги кому-нибудь. Да не могу, я пробовал, я хотел. Блин, ну я не понимаю, как от смертника отбиться. Ну разве что вот этим апокалипсисом, блин. Я знаю, сколько раз его заиграл уже, но у меня уже третий грейд на ману. Сделать. Понимаешь, я уже 6 раз его, если не 8, изунул. Даже, наверное. А, то есть поэтому у тебя исследовательский центр такой раненый? О, да. Я его уже новый сделал. Ну в этой карте нету меда, конечно, это проблема. А барак, если что, тоже воскрешается, да? Да, только первого уровня он воскрешается. Только барак воскрешается первого уровня и без юнитов вообще. Я вот смотрю на своих юнитах, у них максимально какая-то дикая хп реген. Ну что, идет босс. Опять рейд босс? Угу. У каких юнитов максимальный хп реген? У меня у всех юнитов там под 11 хп регена с аурой. Что происходит? Как, чё? Ну, мне ману пока качать не надо. Я могу еще очень много апокалипсиса сделать, а потом, если что, еще раскачнуть ману. В целом все окей. Плюс еще потихоньку подхилы. О! А, я даже противников валькирами, получается, поднимаю. Так может мне тогда побольше валькиров все-таки сделать, блин? Отказаться от чумомета, что ли? Чумомет. Так, все, чумометы нафиг. Я все равно не пушу уже смертника, нифига. Сделаю побольше валькиров тогда. Либо от дикости отказаться и что-то повменяемое найти. Вот, просто банши, ребята... я не знаю, они типа снижают на 30% урон.
Ну, то есть, блин, не брать их тупо. Эти мазики вот какая-то дикая, а это магия. Я не могу давать ему пробить. Ну, я сейчас 3 засыла тебе послал, чтобы отбиться. А, да? Да. Так что тут не в магии дело немножко. На смертника ты сколько засыла послал? 2. Ну, я 1 пошлю. Артефакт нашли. Ну, все, твой засыл закончился. Смерть. Я про то же. Когда вы уже сигнача там затимите? Сигнача невозможно затимить. Невозможно, в этом и проблема. Да они пытаются твои. Ну, сделайте одновременно, точнее, по очереди. Один, типа, пятерной засыл, второй пятерной засыл. Ну, это надо, это сколько озерита надо? Угу. Много, я могу вам скинуть. Давай. А я могу только сам себе скинуть. Вот именно. А, это ты еще ко мне пришел на базу и такой, а давайте пушьте всегда ча. Ну что я сделал, я защищался, что. Да, блин. Конечно, если бы у меня можно было... А, ну не факт, что можно вообще валькира сделать пассивочного, но если бы можно было... Пришло 400 золота и ремонт. У меня все это здание целое, а золото 6000. Отдай, пожалуйста, ремонт. Очень нужно. Ну, прожимай ремонт. Вон у тебя там башенка на 50 хп недохиленная. На 52. Да, я начинаю вспоминать, почему мы перестали играть в эту карту. Димасик, а у тебя есть какой-то там взрыв при смерти или что-то такое? Не знаю. Ты уже его убивать собрался? Питать надо было, что ли? Серьезно? Да всегда же какие-то вопросы задают, непонятно, невнятно. Типа я смотрю, мой юнит просто убивает кого-то и моментально умирает. Какая квадратка, что-то такое. Он вон Дим в тебя двойной или тройной засыл заслал. То в кого? Ты в него. Я в него не засылал двойной тройной. Да он опять этот гонит. Да, опять врет. Обманщик. Я просто всю карту вижу, и я просто видел момент спавна, поэтому я не знаю, кого ты пытаешься обмануть, честно говоря. Ну, одинарный я заслал, да. Ну, все. Ну, бесплатный который. Вот, видишь. Я и пачки смертника также контрю. Плюс 2 атаки. Плюс 8 атаки. Плюс 10 атаки. Ну не знаю, есть ли это смысл в этом или нет. В этих плюсах атаки милишникам, учитывая, что у меня в каждом бараке всего 2 милишника. Ну да, кстати, ульты не хватает. А толку тут от ульты? Тут типа эти здания можно восстановить. Ну с него ты моментально восстановил. Ну, эндгейма точно тут не хватает какого-то. Ну да. Что за пеньки? Гибельные сразу. Снова привет, смертник. Да, изучайте да. Технологии мудро, у вас не хватит времени и ресурсов изучить все. Вообще изи. Вот давайте это, вот там где это, плюсы и минусы вашей расы. Плюсы. Универсальность легко справляется с воздушным противником. Вот это плюсы. Я такой пассивку на воздух беру, да? Я помню, какие-то виверны тут были прям имбой, потому что это исправляли. Я помню, мы с Андреем когда-то играли в эту карту, и вот это бесконечно шло. А у тебя там, небось, написано жирные юниты, но мало атаки, да? Знания имеют большое здоровье, сильно ослабляют войска противника. Минус. Сила атаки воинов снижена, сила зависит от улучшения юнитов. Сделаны все гриды. Очень сильно зависят. Да. Тут на сумонов еще не действуют грейды на атаку. Честно говоря, я бы закончил эту игру. А ты-то и закончил. Ты-то и закончил, да. Не, окей, я могу уйти, вы там можете еще часика полтора поиграть. Ноль вопросов к вам. Нет, давай. Я закончил игру. Расчет окончен, блин. У меня сгущенка стояла рядом
с Ноутом пипец нагрелась, конечно. Теперь она варёная сгущёнка? Варёная сгущёнка, да. О, я побил сигдачу здания немножко. Вот это да! Прогресс. Вы не забываете посылать экспедиции? Нет. Да. Я вроде не забываю. Ну типа по факту, какой смысл вообще засылать X3 спауны, если одним скиллом оно все убьет? Ману тратил человек. Ну да, спаун это дороже. Восстановить всю ману стоит так же, как спаун. Но она же не бесконечна за это. Да, мана заканчивается. Она, во-первых, дорожает, во-вторых, там в какой-то момент закончится. Всего три раза можно. Ого, ящерицы какие-то от смертника пошли. Смертник начал сильных юнитов строить, короче. Не, это просто пуш. Это юниты на пуш. Блин, я не понимаю, огненный дождь наносит урона больше, чем Blizzard, но... Ну, по цифрам, по описанию. А Blizzard все равно наносит больше урона, чем огненный дождь. Если я его кастую. Не, огненный дождь вроде как поджигать должен еще. Да, я походу сейчас закончусь уже. Так. Сомнительно, как-то поджигает. Я да просто... Ты сколько раз это говорил? Да. Все, обещаешь, обещаешь. Я просто смотрю на карте, как от смерти... Ой, этого, от сигдача просто вот с разных сторон уходят юниты и уходят в другую сторону. Ну, вражеские. То есть вот у Диматика один юнит убежал, второй убежал. Дезертиры. У смертника один убежал, второй убежал тоже. Что за раса такая интересная? Типа сатиры. У шаманов прикольные фиолетовые эффекты, у шаманов-смертника. И необычненькие. Они жирные почему-то, писец. Я вообще их не могу пробить почему-то, этих шаманов. Да у меня хоть аура, может, поэтому. Что за аура? Ну, у меня аура на скорость бега. Скорость бега? Поэтому я не могу пробить, они убегают просто. Сила атаки, 5 брони, 5 регена. Ну просто я сейчас бил. И этого всего мне не хватает, чтобы победить сигдача. Не, Вадим, я говорю, тебе надо вот эти кристаллы заменить на самом деле у себя. Они у тебя, ну, бесполезные, я считаю. Ну, я жду, пока придет аура какая-нибудь. А, ну вот аура пришла. Ну, мейби, мейби. Прекрасная аура. Не, просто у ребят, ну вот у Димы тоже есть кристаллы, но они, когда два, увеличивают скорость атаки на 12% у юнитов. То есть и у тебя, которые просто за атаку 2 урона дают. Ну, вплоть до 18, но у меня только на милишников, а милишников мало, конечно. Ну все, мой враг падает, рады сигдача. Нет. Ничего себе. Я так и не сделал третий грейд на ману. Ух ты. Я сейчас надеюсь, что мне не понадобится грейд, что я еще сотку прожму и потом. И потом. Ну ладно, сейчас тогда, когда будет подходить к концу экспедиции, да можно и сейчас, в принципе, продать уже эти камни и все-таки сделать себе 6 аур. В смысле? А нормально то, что у меня эти кровавые сгустки просто наверх убежали? Жень, на твоей базе ок, да? Да-да, я тоже обратил внимание. Зараза. Они там давно стоят, на самом деле, уже. Между тобой и сигдачом, получается, рудник. Да, я видел. Я потом обратил внимание. А между нами не было. Да, да. Между нами... Вот есть два рудника на карте. Баланс просто потрясающий. А, нет, три. А, нет, четыре, стоп. Четыре рудника. Баланс-то есть или нет? Ну, если людей шесть, то нет, баланса нет. Не, ну между каждым по одному. У каждого Побуждение игрока еще. По одному руднику. У меня влево нет, вправо есть. Возьму все очки победы. Сотку. Очень надо. Получается, победил? Не, у Сигдача 5600, у Вадима 4200, у меня 4400. Блин, у меня такой же айтем пришел уже. Ну ладно, сейчас 6 аур я сделаю, может тогда начну тащить. Потому что, по идее, большое количество юнитов, они хорошо сочетаются с аурами. Ты можешь дикость-то удалить вторую, все равно какая разница. Да пусть я про не знаю, сколько у тебя золота, зачем надо ли тебе это вообще?
Вдруг сейчас придет дикость такого же левела со следующей экспедиции, тогда они какое-то время поработают. Да еще одна экспедиция. Видишь, все продумано. Че, смертника-то мы снесем сегодня, нет? Можно, в принципе, снести смертника и потом задодосить, как не всегда, чая, с Димасиком остаться и бесконечно играть до послезавтрашнего дня. План, мне кажется, хороший. Не, ну я же вроде плюс-минус побеждаю, и нет ли, мне кажется. Я просто не знаю, ты снес башни один раз, я их восстановил, и типа все. Сколько там спауна? X3? Да. Да? Ну я понимал, что по-другому я тебя не отобью. Я думаю, отобьешь. Двумя вряд ли. Ну, если сейчас какие-ли остались. А на него убежали. Просто там что-то происходит, и Келли убегают. Они боятся. Причем бегут по Диму. Просто самое-то интересное, это мешает, то есть не Сигдачу, что он недополучает деньги, а мешает тому, кто с другой стороны от Димасика. Это же вообще ужас. Крабос, кит пошли. Что-то крабосы на смерть пошли. Не, ну меда очень сильно не хватает. Меда в этой карте, конечно. А призыв морских тварей апнуть можно? Нет. Нет, да. Блин, продам эти кристаллы, что ли? Попробую арты заролять какие-нибудь интересные. Ну, у тебя вообще в меня, ну, нормальные кристаллы. Тебе можно тоже было продать? 12%. Вот, продать даже нижний. Да, вот это. Верник, а эти ману можно бесконечно покупать? 3 раза максимум. А. 3 раза грейд. А чё? Да ничего. Да ничего. Да я ману и не покупаю. Я за здание заново покупаю. Они их просто это лупачат долгое время. А, ну у меня уже там мана, 100 маны накопилось с прошлого издания СПЛ. Нормально. Ой, сейчас второй отлично. Рудник захвачу, я буду богат. Невероятно. Не знаю, у меня уже давно фулл мана. Я не знаю, что я должен сделать, чтобы сейчас взять и проиграть. Ничего не делай просто. Да, проиграешь. Шансы есть. Шансы есть. Небольшие, опа. Конечно. Вот, меня Вадим сейчас решил попушить. Да. Ну ж башню попушить тебе снесу. У меня еще такое ощущение, что я Димасик убиваю его же юнитами, а своими банально ничего не могу сделать. В смысле, меня моими же юнитами убиваешь, так как? Как это? Ну, они берут под контроль твоих, да? Твоих они не бьют в это время. Типа такое там подчинение странное. Как они как будто для тебя союзники. Вот 2 одинаковых айтема. Продать. Когда мне придет что-то полезное? Когда я снесу смертника? У смертника главное здание уже 1400 хп. У него что-то 2 айтема одинаковых. Это только что пришел. Конечно. Блин, жалко, азерит нельзя покупать за золото. У меня 10 тысяч. У меня 14 тысяч золота, 2600 азерита. Ага, фига-то. Это я и то я недавно спавны делал. Все, теперь опять меня смертник пришел ковырять. Гадский. Вот, я смотрю внимательно за чердеем крови. Это как подчинение или что это такое? Не знаю, я не читал юнитов, у меня залагать. Да начало. не у тебя, у меня. А у меня тоже ППС начал проседать, кстати говоря. А у меня 150. Хорошо, интересно, что ФПС. Больше мне народу вроде как и эффектов на карте не стало. Да, странно, кстати. Ну просто, видимо, в какие-то таблички, там, скрипты записываются циферки. И вот, у меня слишком... уже 2 чердея крови. Крови. Да, теперь Димасик меня пушит. Ай-яй-яй. Меня Сигдач пушит. Жестко. Меня и смертник пушит в целом. Интересно, кто-нибудь смотрит видео до этого момента или нет? Если что, я тебя уже не пушу. В данный момент Сигдач мою пачку ДФ снизу. Стопудово есть 20% зрителей, которые просто уснули, и видос работает. Там просто 5 юнитов где-то Сигдача держит всю мою пачку, которая на тебя вниз должна была идти. Смерник, а как тебе идея вообще сдаться? Чтобы какой-то контент новый был. Какой контент, не понимаю. Не слышал о таком. Я сижу, как бы, ну, играю. Что такого? У меня деньги увеличиваются, золото. Ладно.
Не, ну реально, не, походу вот, надо мы... завершать это дело, потому что это реально нет, бесконечно. Нет, меня побеждает. Подожди, но... подожди, подожди. Не, ну у меня уже 1000 хп стало, нормально. Да я все равно даже не увижу, как тебя Сигдач побеждает, так что смысл... Подожди, да подожди, вот, Вадим, подожди. Я так, ему, а короче, психанул. Я это даже не вижу. Все. Я ему весь спаун заслал. Красавчик. Стой, 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 стой. О, сейчас нет. Тебя... Это ГГ. Вадим, это так важно был. Было, да, он заслал спаун. Сигдач побеждает. Бля, ну реально у смертника сильно меньше очков, блядь. Не знаю, что это дает, конечно. А убито войск я на последнем месте, странно. Это, видимо, потому что мои вот эти ребятки постоянно присылают. Не, ну карта прикольная, но теоретически, но на практике вот получаются такие бесконечные игры. Но самое смешное, что если вот эти камбэк-механики убрать, типа там воскрешение зданий и так далее, то просто кто-то заимбит, тебя на 15 минуте снесет, и тоже не кайф. А как-то вот это все сбалансировать, прям писец, как сложно. Я помню игру, где мы в обычный сурф играли без ульты. И она была тоже очень скучной игрой, реально. А тут еще дольше. Но сама задумка прикольная, если кто-то когда-то ее подхватит, флаг, подхватит флаг Тиаманта, который делает эту карту, то будет прям прекрасно. Ну и да, напоминаю, ребят, что мы сейчас играем в самые крутые карты из прошлого, так что заходите на канал, смотрите, что будет дальше клевого. Всем пока!